Всем привет! Сегодня посмотрим с вами 20 невероятных видеороликов, от которых вы точно обалдеете. Поехали! Это существо, похожее на вьющуюся ленту гимнастки, ленточная мурена. Выглядит крайне необычно. Их длинное лентовидное тело лишено чешуи, зато покрыто специальной бактерицидной слизью, которая облегчает ленточной мурене скольжение между камней и кораллов. А еще интересно, что за всю свою жизнь мурена трижды меняет пол и цвет. Вот, кстати, еще одна мурена, которая как раз-таки сменила свои характеристики. Если то была черная самка, то это уже взрослый зелено-голубой самец. С первого взгляда можно подумать, что это золотые ювелирные украшения. Однако это куколки, из которых на свет появятся тигровые бабочки. За счет зеркальной поверхности этот кокон отражает листья и ветки деревьев, маскируя временный домик бабочки под капельку воды. А все, кто не прочь отобедать куколкой, видят в блестящем коконе свое отражение и, воспринимая его за угрозу, убегают. Кажется, что кто-то запустил в плавание по реке тарелки, но на самом деле это редкое гидрометеорологическое явление – блинчатый лед. Такие ледяные блинчики получаются из снежной каши, состоящей из рыхлого снега. Если воздух сильно охлаждается и на поверхность водоема выпадает снег, а ветер оказывается достаточно интенсивным, то блинчики начинают постепенно замерзать. А потом образовавшиеся наросты из снега шлифует ледяная вода, придавая им круглую форму. То, что вы сейчас увидите, это просто фантастика. Словно какое-то инопланетное существо плывет в толще воды. На самом деле это моллюск, название которого «морской ангел», что неудивительно, учитывая его облик. Кстати, снято это необычное существо в России, в Белом море. Блогер по имени Дэвид Добрик. Японские макаки – одни из самых морозоустойчивых обезьян. Они способны пережить температуру до минус 15 градусов Цельсия. За это они получили свое второе название – снежные макаки. В сильные морозы эти приматы сидят полностью погрузившись в термальные источники. И лишь их красные пушистые мордашки торчат над водой. Это выглядит так забавно! На Алтае две реки с разными оттенками воды соединяются вместе, на что со смотровой площадки открывается захватывающий вид. Бирюзовые чистые воды реки Катунь соединяются с мутными водами реки Чуя, не смешиваясь сразу, а оставляя четкую границу между потоками. Просто потрясающе! Это муравьи-листорезы. Вы только посмотрите, как аккуратно и слаженно они работают. Режут лист, как закройщики ножницами ткань в ателье. Самое удивительное, что они нарезают листья не для еды. Они понесут его в муравейник, где отдадут на подкормку своим грибам, которые уже в свою очередь служат для муравьев пищей. Удивительно, правда? Муравьи-фермеры, получается. Думаете, только люди подшучивают друг над другом? Как бы не так. Один из живущих в квартире котов гулял по краю ванны, где сидела хозяйка. В это время коварный второй кот подленько толкнул своего собрата. Тот, испугавшись и потеряв равновесие, свалился прямо в воду. Бедняжка, ведь коты так не любят воду. Кстати, посмотрите на довольную пушистую мордаху злодея. На этом видео песик запрыгивает на спинку дивана следом за котом и обнимает его лапкой. Как же это мило! А еще говорят, что коты и собаки вечно враждуют. Мужчина пилил дерево бензопилой. И казалось бы, с такой-то высоты оно должно глухо брякнуться о землю. Но нет. С ювелирной точностью отпиленный кусок приземляется на верхушку и стоит. Чудеса, да и только.
Вы когда-нибудь видели черную черепаху? Лично я нет. Посмотрите, насколько необычно выглядит эта малютка. Она черная, как уголь, и относится к галапагосским черепахам. Этот вид, к сожалению, является вымирающим. Это бамбуковые грибы. Они отращивают необычную кружевную юбочку до самой земли. Она может быть желтой, белой или розовой. Кстати, этот гриб является распространенным ингредиентом в китайской кухне. Перу по праву можно считать кладезем природных чудес. Чего только стоит увидеть знаменитую Красную реку в Куско. Бушующий поток алого цвета проносится вниз по склону гор. Красный цвет реки – это сезонное явление. Ее интенсивный и необычный оттенок можно увидеть только в сезон беспрерывных дождей. Ученые выяснили, что приобретенный рекой красный окрас является следствием стекания горных вод по долине, насыщенной множеством различных минералов. Завораживает, да? Огромное отверстие посередине озера в Калифорнии принимает потоки воды, сливающиеся, кажется, в самое сердце планеты. Гигантский слив гидроэлектростанции, являющийся самой большой рукотворной дырой в мире. Диаметр этого чуда 22 метра, а глубина 21 метр. Водосток в одну секунду пропускает почти 1,5 миллиона литров воды. Не только птицы могут парить, расправив крылья, но и человек. На видео запечатлен полет Грега Нунана в специальном костюме – вингсьюте. Этот полет среди гор, облаков и снега кажется чем-то фантастическим. Это безумно красиво! Многие из нас игрались в детстве, делая из своего носа пятачок. Но этот парень переплюнул всех. Он реально сравнял нос с плоскостью лица. Не повторяйте таких экспериментов, а то мало ли останется пятачок. Может показаться, что бедного парашютиста ветром вращает и несет неизвестно куда. Но успокойтесь, все под контролем. Экстремал показывает высший класс. Согласитесь, выглядит это круто. Недалеко от Бангкока есть удивительное место, где 8 раз в день рынок по волшебному гудку превращается в железную дорогу. Буквально за минуту продавцы торопливо сворачиваются и по уже освободившимся рельсам проезжает поезд. Только посмотрите, насколько тесное там пространство. Просто невероятно. Когда поезд проехал, товары возвращают на свои места и продолжают работать, как ни в чем не бывало. А удавалось ли вам видеть что-нибудь невероятное, необычное? Если да, то ставьте лайк, если нет, то тоже ставьте, тогда обязательно увидите. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления. С вами была Марго, всем пока!